Коллеги, сегодня мы видим такие надписи в наших городах. Это отвратительно, это ужасно, потому что страдают наши дети. Мы будем закрашивать их, бороться. Пропаганде губительных курительных смесей в виде неряшливых надписей на фасадах объявлена война. Отстаивать внешний и моральный облик городского округа на его улице вышли представители движения «Зеленый патруль», депутаты, сотрудники надзорного ведомства и члены общественной палаты. Проблема существует уже не первый год. Вот. И, к сожалению, самый действенный способ, который сейчас на данный момент есть, это вот проводить такие рейды, именно закрашивать эти надписи. К сожалению, распространение рекламы «Спайс» не гнушаются надписями на разных местах, в том числе и детских каких-то учреждений. Вооружившись баллончиками с краской, участники рейда методично закрашивали номера телефонов, нанесенные продавцами ядовитого товара на фасады зданий, заборы и другие объекты. При этом места для своей рекламы распространители выбирают не только легко доступные. Вот очередной раз мы видим, как ухищряются эти негодяи, пишут в труднодоступных местах, и вроде бы у этого здания есть собственник. Но чтобы поступить по закону, к нему нужно обратиться, попросить это его ликвидировать. Это может занять от месяца до двух. И представляете, сколько глаз наших детей увидит эту надпись. Акция по ликвидации надписи прошла во дворах поселка Нахабино и в Красногорске. И это, конечно, не последний марш-бросок активистов. Борьба с пропагандой губительных смесей только начинается. Неравнодушных жителей приглашают к ней присоединиться. Общественное движение «Зеленый патруль» призывает всех граждан, проживающих на нашем городе, кто увидит такие надписи, сообщайте, пожалуйста, либо нам на наш сайт «мойгородчистый.рф», либо, кто, если знает телефоны любого нашего активиста «Зеленого патруля», представьте нам эти надписи, не оставайтесь равнодушными, не оставайтесь в стороне, потому что эти надписи, если вы их пришлете нам, мы их закроем.